Встречайте, Татьяна Навка и Вилли Хапасалу! Я думаю, что сейчас мы увидим не менее яркий зажигательный танец на музыку из кинофильма «Неуловимые мстители». Громыхает гражданская война, так темно, да темно. Город, поле, родина, только правда одна. Ну, скорость, конечно, бешеная. В принципе, это объяснимо, закономерно. Ведь погоня подразумевает скорость, ритм, темп. Все это было продемонстрировано фигуристами, плюс высокая сложность. Знаете, этой паре постоянно не хватало буквально одного судейского голоса, чтобы получить максимально возможные оценки и победить в какой-то из соревновательных дней. Но я, естественно, за судей говорить не могу, но просто не представляю.